То есть нам еще 5 врагов осталось победить. Опять вы. Палки нет никакой. Ой. Не понял. Это что? Оно дерется? Да. Оно жжется. Шишка. Смотри, оно их убивает. Не понял. Я вырубил? Нет, вот нет. Он. А схватить ее нельзя? Наверное, нет. Ну, как муха я имела в виду. Да вроде как... Наверное, нет. Думаю, нет, она же горячая какая-то. Это тот магик напускал там на нас. Да-да, был там маг, помню. Он свет колдовал. Вот наколдовал. Ловушка? Да нет. Ой-ой-ой, заваливаем, заваливаем. Заваливаем. А! Тяжело. Тогда не заваливаем, тогда убегаем. А, высоковато, да? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, ага. А это что такое? Как с это... Утолщение на конце палки. Это просто так? Просто так удачно? А, понятно. Просто так удачно, да. Действительно. Я уж думала, молоток какой, что ли. А чё вы везде сидите-то? Откуда вы взялись в таком количестве? Тебе на ёлке надо. Ой, много как вас. Как мне с вами со всеми бороться, а? О, вот так вот, не власти больше своих гнезд. О, там покушать можно еще слева. Угу. А как туда залезть? С другой стороны, с левой? А, еще ползут, смотри-ка. Может, ну угу. Нафиг? Не, ну тебе надо добираться в любом случае. А может, слева там как-то? Нет, ну тебе не даст запрыгнуть эта штука. Отсюда, отсюда. Нет. О, еда. Еда. И палки. Куча палок еще тут валяется. Что, не получается? Да у тебя тоже пока не очень. Может, там камень какой есть слева? Подкатить. Да мне кажется, раскачать надо. А, головой? Ну да. О! Физика. Честная физика. Ну, более-менее, честно. Ну, я просто сравниваю с другими играми, как бы. Зря я упал, наверное. Ну, вообще, да. Валим отсюда. Опять эта штуковина. Ай, подниматься надо. Похоже, здесь нельзя слезать. Ай, больно. Или, точнее... Нежелательно. Вот пристало-то, а. О, поесть можно. Чё у вас так всех много-то? Да посмотри, сколько их налетело. Угу. Может, драпать надо. А, палку сломали.
Еда, еда. За тобой такая куча всего летит просто. А, ну все. Теперь вы штуки не такие опасные. Ау. Ух ты. Как бы вас заткнуть? Там, смотрю. А, они меня затолкали. Негодяи. Верните мне мою палку. Я к ней уже очень прирос. Так, подними вон палок-то. Куча. Ой, надо было в обратную сторону. На этих гадов. На каких? Ну, которые вылезли там. По-моему, это почти бесполезно. Катитесь. Колбаской. Ах ты! Палка! А, зажали! Ого! Опала! Вот пристали-то. О, камень, ты куда? Все. Потушил. Ну там эти скачут уже. А эти-то палки сразу ломают. Гады. Да. Как вас много-то? Вот, с этого камня надо нам на эту елку, которую они откатили оттуда. Я понимаю, но... Все, идите сюда. Фух. Ах ты, гад! Сидел там, караулил. Обидно. Обидно. Недолет у меня случился. Как звучит, у меня случился недолет. А, сейчас придавят. На тебя. Вперед. А, забрался. А дальше? Дальше, наверное, раскачивать надо. Ай, как же они мешают, а? Дальше можно было направо и налево. Есть у меня ощущение, что здесь нужно больше на скорость даже проходить, чем вот пытаться от них отбиваться. Ух ты, ух ты. Нет, нет. Ну, пауки все равно самые противные пока. Ну да. Ненавижу пауков. Особенно вот этих.
Иди. Они так еще прыгают непредсказуемо. Я там как-то застрял. Ну, еще по разочку. О, готово. Подлез. Подлез. Ага, палку сломал. А, убегаем, убегаем скорее. Ну это надо же так. Пойдем вверх. Ага. Что ж такая печаль-то? Ее распрыгивать надо, да, получается? Она кверху, когда поднимается, тогда запрыгивать. Смотри, что делает, а? Угу, мешается. Во-во! О! Вот это было место противное. О, еда, еда. Там засада, наверное, внизу-то. Нет? Ничего хорошего не жду от игры. В хорошем смысле. Ну ты вроде поел уже все. А, нет, смотри-ка. Хорошо, тебя побили. Иди сюда, муха. Ну ладно, живи. Не буду охотиться на тебя. Ушки такие. Сейчас. Двое сразу. О! Опять. Неожиданно. Каждый раз удивляют. Выдеру тебе там все на спине, все волосы. Своим мужу прилепил такой. О, это намордник какой-то непонятный. Один готов. Третий? Третий. Ха-ха-ха. Где справедливость в этом мире? А что он тут сидит-то вообще? Не знаю. Ай. Короче, желательно не падать туда, там еще один подключается, да, к драке. Откинул меня! Нет! Не хочу! На. А может быть, там наоборот проще будет с ними сражаться? В чем-нибудь? То есть там, я слышал, там кто-то что-то метнул. Ну, вроде да, что-то было там. Не знаю. А, упал, упал. А. Ага. И тебе вот досталось. Оно что. Ну да, и мне досталось. Вот с этим-то тоже справляться надо. Потом-то ты не подымешься сюда. Да, ты он падаешь. Придет ко мне. Не факт. Тот за тобой в самом начале не сильно-то бегал, ты к нему постоянно возвращался. Ну хотя, может, там можно... Хорошо он ему залепил, молодец. Так держать. А есть чем побить-то? А, вот, есть кирпич. Полено. Или кто это? Полено. Полено. А! Спасибо. Ну, эти какие-то без особых таких способностей, да? Просто ну, кидаются и все. Ну, кидаются-то больно. Наверное. Полено валялось где-то. О. Есть. Есть.
Так, а там где-то еда была. Хотя я, наверное, не допрыгнул уже назад. А полено положишь, допрыгнешь, наверное. А, нет. Высоковато. Не, вообще, я, наверное, допрыгну. Ну, повыше надо положить его. А! Ну, противная полено ускакивает. Во! Видишь? Даже палку взял. О, еда, много еды. Много еды. Ничего себе-то есть. Ну все, пошли дальше. Полено мой лучший друг. Как бы сейчас так не подставляться сильно. А смотри, он упал и не может забраться. Угу. О, удобно ты по очереди так кидал их. Да-да-да-да-да. А, бежим! Припрыгивай! Не получилось. О, полено, полено. В обратную давай, в сторону. Есть! О, победил! Троих! О! Там кто-то еще идет? Нет, это... Ловушка сработала. А почему все опять трясется так? Ну, там открывается. Так нам уже открылось, по идее. Ну, может быть, если сильно долго подождать... Кто-нибудь придет? Нет. Да никто не придет. Ну ладно.